А по я клубу. Я гулял с подругой Любой, целовал я Любу в губы, потому что месяц май, а потому что сердце бьется, потому что все смеется. Николаев город солнца, значит, губы подставляй. И катерочек белый фраер от причала отошел, и капитана пассажиров гонит бесом. Нам в Николаеве сегодня очень даже хорошо, а станет грустно за Варваровкой Одесса. А за Херсоном солнце встанет, за Одессой солнце сядет, и глядишь, над нашей крышей будет солнечный денек. А ничего, что солнце село, может, даже и задело, потому что день до вечер — это вовсе и не срок. И катерочек белый фраер от причала отошел, и капитан на пассажиров гонит беса. Нам в Николаеве сегодня очень даже хорошо, а станет грустно за Варваровкой Одесса. Нам в Николаеве сегодня очень даже хорошо, а станет грустно за Варваровкой Одесса. А вокруг все ходит кругом, море плещется за бугом, море черное, как уголь, только знает наш народ. А пусть закрасят море белым, только наши корабелы в море белое запустят самый лучший пароход, чтоб катерочек белый фраер от причала отошел, и капитана пассажиров гонит беса. Нам в Николаеве сегодня очень даже хорошо, а станет грустно за Варваровкой Одесса. Нам в Николаеве сегодня очень даже хорошо, а станет грустно за Варваровкой Одесса. Огромное всем спасибо. Сашенька. Да. По традиции. Ну, должен оставить автограф. А что? А, ну да, о, конечно. Выберите. Рядом мне почерк плохой. А там можно крестик. Самое главное, что я рад, что наш лагерь процветает, несмотря на гонение, урезание. Дорогие друзья, вы, кто не знает, Александр Вербицкий является одним из членов оргкомитета нашего лагеря. Да. И этот человек прилагает огромные усилия для того, чтобы этот лагерь был. Огромное ему спасибо. Я и буду предлагать. По подготовке, в основании. Ну, в общем, без него, конечно, было бы все намного труднее и хуже. Да. Вот. А благодаря Сашеньке, спасибо ему, аплодисменты. Не только благодаря мне, тут он уроки техническую работу провел, понимаете, тут, ребята, тут. Саша, давай. Как Бог так помогал, а главное. Пиши, молодец. Так. Ром, как сказать, в объединении и в распускании. Да. Да. Он даже зубов лишился, доски распускал нам на туалет. Ну да. Вот. Жубы повыбивали, надо вставлять. Да. Так плохо что... пилил. Так что человек... Рома, ну, так откуда есть уже? Сашенька, Херсон услышал это. Это ж прошлый год. Так хочется. А только меньше, но надо мургу рисовать. Я тоже где-то что-то писать.